17-й Вирджил ван Дайк и 6-й Жозе Фонте. В полузащите Виктор Ваньяма, номер 12-й, Стивен Дэвис, номер 8-й, 4-й Йорди Класси и 16-й Джеймс Уорд Праус. И 10-й есть еще Садио. Еще поговорим, Фламини. Рэмзи. Ух, какая умница Рэмзи. Передача шикарная. Прострел. Мяч летит. Показалось, что в ворот. Счастливилось работать. Пожалуй, были невразумительными. Озил. Опрятный такой навес. Удар поворотом не получается. А вот теперь точно в руку. Но, тем не менее, мяч остался у Саутгемптона. Передача Классе. Вот такой аккуратный заброс на линию штрафной площади. Снова точная передача. Бертран. Подача в штрафную, длиннющий Мертизакер, а это удар внешней стороной стопы, гол! Удар! Ну и атака вышла тоже, что надо. Конечно, в ней было много ходов, а, кстати, здесь не было ли положения вне игры, но арбитры посчитали, что не было. Решили оставить в пользу атакующих. Подача, Мертизакер играет, зона подбора абсолютно пуста, и Марти... Со Свеном Горном Эриксоном безобразная передача Пера Мертизакера. Здесь можно уже переложить мяч под левую ногу, а вот удар... Надо отметить, безусловно, Рэмзи. Вот Арсенал входит в активную фазу своей атаки. Уолкотт бьет поворот. Вот как это было устроено у Арсенала. Анатомия любой вот такой атаки Арсенала понятна. Выдал внешней стороной этот пас, чтобы заработать хотя бы угловой. Зарабатывает. Подача. Удар. Мяч падает в сетку. Это футболист, который... Начинал свой... Тоже попытался мяч выбить вперед. И снова все получилось не точно. Какая-то бестолковая игра в последние минуты идет. Но очень привлекательная, очаровательная даже. О, какие интересные... Много всего, но... Их еще пока не пытались перебросить, войдя в штрафную площадь соперника. Вот это момент. Лемис. Очень хорошая атака Саутгемптона. И передача получилась своевременной. Мане... Пас, удар и гол! Счет стан... Снова попытался обратить внимание арбитра на другого арбитра. Матьё Фламини, но здесь вряд ли было положение вне игры, конечно. Тут просит мяч Рэмзи, между прочим. И Озил переадресовывает мяч в Алицу. Рэмзи бьет сильно. Стекленбург. Очень штрафная площадь у Саутгемптона. И еще один, это Бертран, он подает угловой. Навес, этого хватит. Чисто с научной точки зрения. Смотрите, какой пас. Мяч потерян, Рэмзи. Освобождается от него под такой опекой, что даже не удалось сыграть точно. Ух, какой удар. When the Saints goes marching in. Это же гимн болельщиков Саутгемптона. Рэмзи. Йовин. Монреаль, и мяч катится. Лонг, он уже в штрафной площади. Бог мой, штанга. А ведь мяч забил и играет сегодня в качестве читающего игру футболиста просто идеально. Шейн Лонг выскакивает к воротам. Положения вне игры нет. Удар и гол. 4-0. Футболисты Арсенала за всем этим наблюдали на прямых ногах. Здесь не было офсайда. Аккуратненько на линии расположился Шейн Лонг.